Ну, вот так гриль перебирается и упаковывается. Покажи одну, пожалуйста. Нет, на камеру. А. Дай мне одну. Ну, вот гриль. Можно видеть, сколько на ней почек. Корневую тоже можно видеть. Уважаемые друзья, здравствуйте. Мы начинаем отправку, уже начали отправку заказов оплаченных. Вот такая елка двухлетка, мы упаковываем сейчас. Это заказ большой, там около 1000 штук заказали. Здесь в пакетике по 50 штук. Что хотел сказать, по приходу к вам вы берете ком, ставите ее в воду вот так вот. Вот по эти прям. Пусть туда вода заполнится. Пусть 2-3 часа постоит, а потом затем начинаете рассаживать. Ну или можно оставить, вечером поставили, утром встали, начали рассаживать. Опять же, можно окунуть в воду. Вот так вот, хвоей вниз. Стряхнуть. И поставить где-нибудь, прислонили в темном прохладном месте, пусть постоит, и все будет нормально. Так, и вот у нас получается, что у нас получается, вот ель, только что выкопали, ель идет, ну, перебираем, в основном такие, конечно, ну, попадаются там поменьше, но это ничего страшного, почка тоже у нее, вон, 7 почек. Это ель голубая двухлетка. Заказы принимаются на нашем сайте. Сейчас мы отправляем Сибирь и Дальний Восток. У нас идет отправки, то есть затем Москва, средняя полоса, а затем уже юг пойдет. Ну а запаковываем мы сейчас, покажем тоже. Ты садись там, как тебе удобнее. Я тут дойду. У меня там все в кадр попадает. Попадает. Ну, я уже много раз. Корневую покажи, пожалуйста. Вот корневая система. Сейчас я приближу. Вот. Прекрасная ель. То есть сажайте, доращивайте. На сайте есть рекомендации, как по доращиванию, там как построить грядку, какую землю нужно, как я сажаю. На YouTube все есть. Поэтому подписывайтесь на канал YouTube. Подписывайтесь на другие соцсети, на Дзен, на Рутуб, там, на что душа пожелает. Телеграм тот же, тоже хорошо идет. Поэтому ну, мы будем собирать, будем показывать сейчас. Вот посылки все соберем. И я думаю, даже до пункта СДЭКа. Мокрый, влажный. Ком влажный. С гидрогелем. Все. Такая упаковка доходит до Южно-Сахалинска 12 дней. И в принципе она хорошо себя чувствует. Вот, потом пакетик, пищевая пленка, обмотали. И все нормально, как бы, все в норме. Дай мне ком. Ну вот он ком получился, вот он мягкий, видите? Он совершенно мягкий, ель. Двухлетка, 50 штук. Итак, уважаемые друзья, собрали мы заказы. Заказы все идут в Сибирь, ну, которые на Дальний Восток. Сейчас я вам покажу поближе. В
можно чуть подальше. Заказы у нас идут на Дальний Восток. Сейчас мы их будем упаковывать в коробки. Ну тут что у нас? Что у нас тут? Ель голубая двухлетка. 1000 штук заказ был. Да, 1000 штук помещается вот в такую коробочку. Ель хорошая, почка хорошая. Ну, в принципе, там, когда мы их перебирали, было показано. Ель голубая четырехлетка. Тоже, пожалуйста. По 15 штук уходит у нас Челябинск. Челябинск. Сосна крымская. Сосна крымская. Немного, 30 штук заказали. Здесь у нас туя. Ну, она подписана вся. Туя Брабант. Туя колоновидная колумна. Они сейчас еще мало чем отличаются, но видно будет все равно. И четырехлетка колумна. Можжевельник виргинский. Уже нет в продаже, уже под бронью все. Вот такая вот двухлеточка у нас. Довольно-таки большая. Пихта кавказская Нормана. Трехлетка еще есть в продаже. Ну, ель голубая двухлетка тоже есть в продаже. Чем вас еще удивить? Ну, в принципе, все заказы собраны. Сейчас мы будем упаковывать в коробки. И я покажу, как это делается. Так, уважаемые друзья, вот мы сейчас начнем упаковывать нашу ель. Идет она в Абакан с деком. Ну, там посмотрим, переговорим с заказчиком. Посмотрим, как лучше, экспрессом или не экспрессом. Ну, то, что она уже дошла, уже почка хорошая, в принципе. Ну, южные регионы я бы советовал попозже взять все равно. Это стандартная коробка, которую мы используем, 45 сантиметров. Она идет почтовая. Ну, она идет как почтовая, но мы ее берем для СДЭКа. Вот еще 3 пучка осталось. Я думаю, она войдет. Да, вошла. Теперь мы, наверное, скорее всего, возьмем вот это. Вот так вот сделаем. Она придавится, да, она будет чуть помятая, но ничего страшного, когда вы ее достанете, она распушится, и все с ней будет в порядок. Нет, ну в темноте я не думаю, что она сильно позеленеет на данный момент, но может и зеленоватая прийти. Пока не упакую и пока не узнаю вес, размеры, высоту, ширину коробки. Ну и, конечно, куда она идет. Вот так примерно мы запаковываем все саженцы. Ну и еще последний штрих. Сейчас, ну, на данный момент посылка готова, ну, единственное, надо сейчас взвесить ее. Ну, здесь у нас написано на бумажке Абакан, заказ и номер заказа и количество. Вешаем, смотрим на весы,
6,25. Но мы добавляем чуть больше. Например, 6,5 пишем килограмма. 6,5 килограмма. Номер заказа 81. И можно город. Итак, уважаемые друзья, посылки собраны. Их было сегодня 14. Мы собрали посылки, то есть завтра они утром поедут в СДЭК. Завтра будет день такой же, также будем собирать посылочки. Отправка идет. На этом все, уважаемые друзья. Всего доброго, удачи вам.